Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку нашей родины реплей Центральный округ. Мы не здесь Кирилл Путболу, вы не забывайте о моих регистрации, тем самым вы мне очень даже поможете. Как бы да, поэтому вводите мой ник. Он будет в описании, если что, под видео. IP, все есть в описании. Итак, зашел я такой, подумал, блять, а чё я давно не делал? Почему давно серии не было именно? По какой рубрике или вообще, почему не было давно видосов? А именно по казику, пацаны, не было давно видосов, поэтому сегодня я хочу пойти в казик. У меня есть, ну, почти 650 тысяч, в принципе. Я думаю, можно будет на 400 тысяч ебануть, то есть на 4000 фишек. Я думаю, можно будет это сделать. Или стоп, 4000 фишек, это, блядь... Что-то я уже забыл даже, сколько это вообще. Поедем сегодня на Чироне, я думаю, да. Потому что что-то давно на нем не ездил. Кстати, следующая серия, пацаны, будет последняя для Газели. Как бы в последний путь Газель пойдет, я думаю. Хотя нет, в следующей серии мы на ней прокатимся. Ну, не буду спойлерить, конечно. Но следующая серия будет про Газель, если что, сразу говорю. Поэтому поставьте лайк, чтобы серия про Газель вышла быстрее. Как бы мы ее будем жестко эксплуатировать. Поэтому обязательно ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее. Сейчас поедем до банка. Зачем мы туда едем, потому что я, блядь, в банк не ездил, наверное, дней 5. Боюсь, чтобы дом не слетел, потому что... Если у меня слетит дом, пацаны, то это все, это пиздец, реально, это пиздец. Потому что, ну, как вы знаете, я не работаю, я с помощью рыб, как бы, зарабатываю деньги на сервере. Поэтому, если у меня слетит дом рыбака, то все, пиздец просто. Просто будет фиаско. Ну, поэтому нужно обязательно сейчас съездить в банк, потом уже поедем в казино, попробуем поднять бабок. Не знаю, там что-то изменилось с тех пор, пока я туда не ходил. Я не ходил туда примерно, ну, наверное, недели две я туда уже не ходил. Может, чуть меньше, может, чуть больше, я точно вам сказать не могу. Но давненько я там не был. А бабки нам нужны, потому что нужно там рулеточки, может, покупить много, много рулеточек. Я бы штук 40 купил, но на это нам нужно 2 миллиона. У меня всего лишь есть 650 тысяч, грубо говоря. Поэтому нам нужны бабочки. И именно поэтому мы сейчас сначала направимся в банк, потом едем уже в казино. Так, вот мы приехали, погнали в банк, зайдем, сейчас посмотрим, что там по налогам на машины, на дом самое главное. Машины, ладно, если сидят, то, ну хотя, бля, это будет тоже обидно, конечно, и неприятно, но не так страшно, как дом. Потому что дом я покупал, хотя, блядь, у меня сейчас, у меня Audi стоит, я покупал за 35 миллионов, у меня Audi дороже, чем дом. А я тут переживаю за дом, ну хотя дом просто прибыль несет, поэтому его нужно обязательно оплатить. Так, смотрим, так, оплатить налоги на транспорт, ага. Ну, налогов на транспорт не так уж и много, конечно, но их тоже нужно оплатить. Кстати, на дом смотрите, сколько налогов, бля, нормально так уже накапало, я вам скажу. Надо обязательно оплачивать эту тему, потому что если дом слетит, то это будет плохо. Я не помню, сколько максимум, 50 тысяч, по-моему, можно, да? Максимум, чтобы, типа, ну, типа, задолженность была 50 тысяч максимум, я вроде помню. Бля, ну это, я так понимаю, где-то дней, ну, не 10, дней, наверное, 15, я могу дом не оплачивать, как бы. Но все равно я буду стараться каждый день посещать банк, когда захожу, и оплачивать все налоги. Кстати, кто не смотрел две предыдущие серии, всем советую реально посмотреть. Это там была рулетка и как я ходил на бычье. Очень крутые серии получились, поэтому всем советую посмотреть. Я думаю, они там далеко не ушли. Эти серии вы их легко сможете найти, поэтому обязательно посмотрите. Ну а мы погнали в казино. Бля, я забыл, что, блин, да вообще про новый модпак забыл. Блин, надо будет накопить себе денег. Пацаны, подкиньте мне бабок, я хочу себе вот такой вот розовый Porsche, короче. Кстати, на туре я хочу такой Porsche купить. Но я хуй... Сука, все-таки... Вот я реально хотел, накопил на этот мотик. Я думал после... так сказать, как его? После Газели купить вот такой вот мотик. Ну, блин, кто-то его все-таки купил. Ну, ладно, короче, ничего страшного. Я думаю, погнали тогда в казик. Попробую поднять бабок. Ну, реально, я очень хочу себе вот такой Porsche. Мне он очень нравится. Как его только добавили, блин, мне он сразу понравился. Поэтому, у кого есть лишний Porsche, пацаны, пишите мне в ЛС. Ладно, я шучу, конечно же, ну, на, я хотел бы себе такой Porsche, ну да ладно.
Так, опачки, пацанчики в картишечки рубают. Это хорошо. Так, стоп. 500 тысяч. Да, блядь, чё, блядь, один раз живем нахуй. Давайте, блядь, 500 тысяч возьмем и в пизду. И заебись. Так. Ага, вон, пацаны играют, короче. Ну, бля, что-то мне стрёмно немного. Что-то мне реально немножко стрёмненько. Так, давайте скриншотик ебанем. Как обычно, да. Что там, какие ставки есть, пацаны? Так, посмотрите заявки. Давайте на 800, так, разогревчик. Не будем все сразу сливать. Хотя я уверен, что мы сольем все, в принципе. Так, 5-1 у меня выпало. Ну, блядь, понятное дело, что, блядь, я как всегда слил, да? Посмотреть. 3000, бля, ну хуй знает на самом деле. На 3000 играть. Бля, я не буду пока что рисковать, потому что, блин, я не хочу все бабки всрать. Так, посмотрите заявки. Блядь, чё, блядь, такие мажоры, сука? Дайте, блядь, на маленькие ставки поиграть, алё. Я бы мог сам заявку создать. О, на косарик, давай, давай. Играем, так, 3-1. Так, пожалуйста, на 3-5. Так, я выиграл. Есть! Бинго, бинго, бинго. Так, 800 слил, но косарь выиграл. Поэтому заебись. Так, сейчас помаленьку будем, блядь. Я не буду на большие играть, потому что, блядь, я вот честно не шарю, как здесь подняться, блядь, с помощью этой системы именно. Может, какая-то тактика есть, либо еще что-то. Но, блядь, я хуй знает. Реально, так, чувак, походу, выиграл, да? Ну, такое, бля. Не, ну, бля, на 3000, ну, вы ебанулись. Давайте что-то по-маленькому играть. Ну, не надо так, на такие большие ставки ставить. Там, давайте на косарик, на 2, блядь. Ну, не на 3, не на 5, блядь. Ну, такое, блядь. Давай, 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 давай. Ну, блядь, на 3 не хочу, ебаный в рот. Я вот что-то чувствую, что я проебу. Так. Пизда, ну, может... Ладно, ладно, хуй... Да, ладно, все. 3-4, сейчас у меня какая-то хуйня выпадет, да? Опачки, блядь. Тапочки, нахуй, 3 косарика подняли. Заебись, заебись. Так, посмотреть. Ага. Бля, ну я думаю, лучше, бля, вовремя остановиться, чем, блядь, потому что, блядь, ну нормально, чё, сколько у меня там фишек вообще? Можно, блядь, узнать, пожалуйста. Так. 8000 фишек. Ну, бля, нихуёво так. Хоть чуть-чуть, да, поднялись, но, блин, я не хочу просто рисковать, как бы. Поэтому лучше, я думаю, съебаться красиво. Так, ага, и еще, по-моему, там 200, да, было? Если я не ошибаюсь. Да, по-моему, все. Ну, бля, почти лямчик, пацаны. Ну, я думаю, это считай нормально, нормально. Можно будет еще чуть подкопить и купить еще 20 рулеток, покрутить там, как я крутил пару серий назад. Поэтому, бля, лучше реально вовремя остановиться, я считаю, потому что можно проебать реально все. Я, конечно, да, чуть-чуть поднялся там на 300 тысяч, даже на 320 тысяч. Но я считаю, это все достойно, как бы. Так, давайте напишем QQ. Все, завели наш аппарат. Давайте, не знаю, может, куда-то съездим. Я вот, честно, даже не знаю, куда. Можно рыжиком немного бабок отсыпать. На самом деле, я как бы не жадный. Можно там кому-то полтусики реально кинуть. Давайте кому-то рыжику, не знаю, сейчас будем ехать. Возможно, какой-то таксист будет ехать, либо чувак на скутере, и ему дадим полтусик. Так, вот наша. Давайте, вот чувак, по-моему, наедет на маршрутке, если не ошибаюсь, да? Так, это маршрутка. А, да. Так, 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 так. Так, так, так. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Да, дружище, алло, алло. Братан, братан. Стой, стой, стой. Стой. Секундочку, секундочку. Да стой, стой. Блин, чё так меня боятся? Блин, чё, люди на Чероне, блядь. Что, с каких пор, блядь, Черон пугает людей, мне интересно. Да и скин у меня вроде не бандитский. Чё он так испугался меня, как я с машины вышел? Ну ладно, давайте кого-то другого найдем, не знаю. Так, вон чувак на ОКЕ, кстати, может ему баблишко дать. Так. И Изи Брезли, так. Так, давайте, блин, напишем ему... Стой, 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 стой. Стой, дружище, стой. Давайте ему подкинем много бабок. Так, пай 357, давайте ему 10 тысяч кинем. Потом еще 10 тысяч кинем. Потом еще 10 тысяч кинем. Потом еще десяточку. Потом еще. Давайте ему реально накидаем. Ну, тысяч, наверное, 100. Давайте накинем, ладно. Да, мы поднялись. Но, блин, я, в принципе, рыбу продам. И я эти деньги отобью. Чисто я просто там в каде не ходил. И решил записать по этому поводу видео. Давайте сейчас ему отдадим еще 30 тысяч, я думаю. Так. Давайте напишем, зачем. Я напишу просто. Давайте напишем просто.
Так, все, можно теперь отчаливать, я думаю. В принципе, мы сделали доброе дело, можно, в принципе, уезжать. Ну ты добряк. Ну, нормально, что, помогли чуваку, я думаю, это довольно-таки хорошо. Поэтому, я думаю, вот чуваки реально, если у вас там лишние деньги, вот, видите, чувак ездит, работает, либо там на бедной машине, то подъедьте, там, накидайте ему немного денег, я думаю, это нормально. В принципе, там, полтосик, сатенчик ебануть, там, еще что-то, я думаю, это вполне себе даже нормально. Так, какой-то чувак за нами едет, или он не за нами, ну ладно. Ну что ж, на этом я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north.